Ко мне пришел слепой человек, который живет у нас в доме, и привез длинные саморезы для того, чтобы я прикрутила дверь на крыше. Мальчишки, этот слепой намного лучше, чем вы, которые даже не подумали об этом. А он сходил и купил. Слепой. Саморезы длинные. Прекрасные люди. Просто удивительно. Армина мне отдала швейную машинку для ашрама. Я сейчас ее маслю. Ну что, потом пойдем дверь на крыше вешать. Раз уж он так просит, надо сделать. Еще она мне отдала кучу всякого шелка. Теперь можно просто кайфовать в шелках. Починена дверь на крыше. Как вы думаете, у меня получится поднять себе ванну одну? В 16 я выдвигаюсь за ванной. Да ладно. Вы прикиньте, сломалась. Ну и хорошо, что сломалась. Надо теперь вычерпать эту ванну и занести ее на третий этаж как-то. Плывет в сторону входа. Джакузи моя. Моя джакузи. Вон туда ее надо достать. Разломала все ветром. Но мы не отчаиваемся. Ведем лодку к причалу. Лодка. Сейчас будем осуществлять подъем. Ну, это красиво, конечно. Можем сразу прям здесь оставить это все отлипшее. Ну ладно. Это все сделаем. Это ванна кот. Она теперь будет у нас на балконе. Пойдет? Ну и хорошо. А я что? Я крашу шелк в черный цвет. Не поверите. Придут? Придут. Хорошо. Это хорошо, что придут. Что, надо очистить вот это вот. Штуку сломанную и сделать заново. Все, делов-то на пару дней. Ха-ха.